Так. Сегодня мы приступили к установке газгольдера очередного. Так, ну вот трубу установили. Положили трассу. И привезли газгольдер. Сейчас будем его закидывать. Такая вот у нас несложная операция, газгольдер на плите. И сюда он будет у нас нырять. Ставим приемочку у него. Немножко водичкой. В общем, должен залезть. Так, вот. Так. Сергей, открывай. Костя! Кожухом сюда развернем! Сейчас. Ой, немножко чуть головой об ковш не ударился. Опа, почти вплотную. Удобно, кстати, стоять. Дождь, если что, пойдет, не будет мешать. Дальше руками, аккуратненько. Закидывай. А, ну, отлично. Даже много, да? Приходь, майнуй! Сверху ведро садовое. Есть контакт. Что уже? Все выставляется. Тысячи литров. Говорят, ровно все. Так, ну, можно сворачивать манипулятор. Теперь наша трасса идет и убирается в газгольдер. Красавчик. Ну вот, мы уже на финальной части, более-менее спланировали. И заправляем такую же бочку, которая сверху приехала. Она сейчас будет у нас внутри этого ведерка.